Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня уже 15 января 2024 года. Меня зовут Кристина, и мой канал называется «Василианс Кристина». Рада приветствовать всех своих подписчиков и гостей моего канала. Итак, извините, конечно, что я третий старт по триастартам я не подключалась, потому что была на то причина. И я сейчас подвожу итоги. И как раз, и третий старт, который заявляла моя милая зайка, и подведу итоги, так как сегодня уже понедельник. Итак, значит, начнем. Вот мой третий старт. Так как я участвую в триастартах января 2024 года. В инфобоксе будут все ссылки на девочек. Проходите, смотрите, вдохновляйте, созерцайте. Извините, девчонки, серьезно, не смогла я эти дни даже видео смотреть. Некогда мне было, поэтому сегодня, в ближайшее время всех пересмотрю и всем поставлю лайки, как говорится. Итак, моя милая зайка, это мой мастер-класс, который я и так до сих пор не могу выпустить, потому что мне некогда. Я ее усовершенствовала, сделала вот такое платьице, как говорится, это вот в последнее время я делала их платье. Сначала они у меня были просто однотонные, а потом я добавила платье, и очень даже миленько смотрится. Поэтому вот так вот без хвостика делаю, потому что хвостик мешается. Извините, конечно, за звуки, но у меня соседи делают ремонт. Это невыносимо уже. Просто замучили меня с этим шумом. И подвожу, значит, итоги в триастартах. То, что я связала. Сейчас я вам покажу. И, значит, мой первый старт, это был дракончик-хвостатик. Это на заказ, это моя племяшка попросила, поэтому я его не продаю. Но если кому-то понравился, я могу связать на заказ. Я таких буду вязать как раз на этой неделе для торговли. Разных цветов, увидите, кто на меня подписан, тот все время наблюдает за этими дракончиками. Они мне очень-очень нравятся. Дракончик-хвостатик, Анастасия Артеева, мастер-класс. Это первый. Сейчас покажу второй. Вот второй, значит, вот так вот мастер-класс выглядит. Мастер-класс дракончик фастатик Анастасия Артеева. У меня готовы две ножки, которые еще делку вот такую вот нужно сделать здесь на ножках. Свяжу тело. Просто вчера что-то не захотела идти сюда и брать ножки, и так бы уже ножки, тело бы вывязала. И сделаны ручки. Вот на этом этапе у меня все. Вот сегодня буду этим заниматься. Просто у меня были другие планы. У меня появился заказ, и поэтому я немножко, выбила меня из колеи. Сейчас я это все отложу и покажу то, что я связала еще дополнительно. Значит, из новеньких. Ну, это, получается, будет отчет по вязоблоку еще. Вот такая вот девочка, малышка, называется мастер-класс «Зайка-малышка». Проходите на канал «Мимо Мора», вяжите очень симпатичные зайки. Я сюда резиночку ставила, вот такая вот прелесть у меня получилась. Первый раз так сделала, просто захотела, и мне понравилось. Такие резиночки я брала на Алиэкспрессе, поэтому у меня их много. Там разные цветочки, место сделала корону. Очень-очень миленько получилось. И еще один тоже, это заказы. Еще вот такая вот. Хвостик есть. Здесь хвостик есть. Еще вот такая зайка-малышка. Две разные пряжи. Это пряжа Himalaya Velvet полностью. А это пряжа Himalaya Volans Bunny Baby. Поэтому они чуть больше. Сюда я ничего не делаю, потому что оно, как-то не смотрится. Вот на этой пряже она прям, знаете, очень хорошо смотрится. Или Элизе Софти тоже вот сюда коронки очень хорошо смотрятся. Так, это 4 игрушечки уже готовых. Далее я связала вот такую змейку. Еще вот такую змейку. Это я уже отчеты подвожу, я их показывала. Вот такую вот змейку. Их 3 у меня на этой неделе. Вот такую лягушку.
Это мастер-класс Антонина Дегтярева. Проходите, вяжите бесплатный мастер-класс на канале, YouTube-канале. Вот такое семечко. Такая совушка еще не готова. Сегодня тоже этим буду заниматься. Постараюсь ее тоже доделать. И вот такая вот болваночка, как я говорю. Это бесплатный мастер-класс Наташа Кинза. Проходите и вяжите дракончики. Вот у меня получается две вот эти вот зайки уйдут на заказ. И мне нужно связать 7 таких дракончиков. 4 дракончика вот с этой пряжи. Эта пряжа называется вязь велюровая. И 3 дракончика из Woolens Bunny Baby. Все увидите. Следующая неделя вся будет дракон. Так что вот так вот. Поэтому не судите строго. Раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 готовых работ и 2 недоделки. Ну, 3 недоделки, еще дракончик маленький. Так что что-то на этой неделе меня прям выбило из колеи. И судите, говорю еще раз строго. Думаю, что на следующей неделе я все это наверстаю. Всем любви, процветания, уважения, вдохновения. Берегите себя и своих близких. Жизнь у нас одна, ее нужно прожить достойно. Всем пока-пока. Ваша вязальщица Кристина.